9 автомобильных жидкостей, которые нужно регулярно проверять. Восьмая по важности – это жидкость сцепления. В автомобилях, оснащенными гидравлическим сцеплением, такие системы полагаются на специальную жидкость для сцепления, что обеспечивает работу соответствующего работающего цилиндра, который используется для включения и выключения самого узла сцепления. И большинство производителей рекомендуют проверять жидкость сцепления автомобиля раз в 2-3 месяца или при проведении стандартного обслуживания, в зависимости от того, что наступит раньше. Конечно, проверки такого рода следует проводить чаще при подозрении на утечку. И как сама тормозная система, автомобили с гидравлическими сцеплениями обычно имеют бачок, установленный на главном цилиндре. Этот резервуар часто полупрозрачный, что позволяет быстро анализировать уровень жидкости внутри. И если обнаруживается, что эта жидкость находится ниже указанного уровня, ее следует при необходимости долить. А более подробнее на моем канале. И не забудьте подписаться, чтобы для вас были доступны все видео без ограничений.